Победа в конкурсах – это большой стимул для дальнейшего развития. Так считает обладатель гран-при второго международного фестиваля «Новые берега» Александра Николаева. С ней встретилась моя коллега Богдана Дойникова. Право считается одним из самых сложных струнных инструментов. Помимо абсолютного слуха, скрипач должен обладать особой выдержкой и упорством. Александра Николаева – ученица Чебоксарской детской музыкальной школы номер 2 имени Воробьева, лауреат многих конкурсов и фестивалей. Одна из последних побед – гран-при на втором международном фестивале-конкурсе «Новые берега». Участие в конкурсе было дистанционным, но даже через видео Саша смогла передать все свое мастерство и покорить членов жюри. Ты получаешь места, и ты понимаешь, что ты идешь вверх, не стоишь на месте. Как у настоящего профессионала, пусть и совсем юного, календарный год Саши плотно расписан. Конкурсы целый год, без отдыха. На одном отыгрываем, готовимся к следующему конкурсу. Это ежедневный труд, работа над собой. Каждый день, чтобы шажочек вперед был, что-то было сделано. Наталья Геннадьевна Серегина, педагог Александры, убеждена, что тандем учитель-родитель-ученик способен дать хорошие результаты. Такого подхода к работе она придерживается уже много лет. Большинство ее учеников – лауреаты различных музыкальных конкурсов. Если ученик доверяет своему педагогу, и он хочет, и у него есть настроение заниматься, и чем-то я смогла его увлечь, то у нас все с ним получится. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика.